Добрый день, с вами канал Shadow и вновь Dead by Daylight. Сегодня гоняем за доктора. Умно. Так, и кладетку мы уже сразу нападаем на кладетку. Так, начинает мансить тут. Так, мансит неплохо. Есть. Не бросила? Охренеть! Как она успела? Так, и она уже безумна до упаду. Она без ума от доктора. Ну ладно, палетки я быстро ломаю. И... Так, надо ливать. Попробуем здесь побегать за кем-нибудь. Потому что у меня не прочь погибели, нет отката от геников, поэтому надо ловить кого-то другого. Совсем все плохо. И... Так, палеточку поддержали мы. Есть. Вот так. Блин, жалко, что одержимость, ну, никуда не деться. Так. Вешаем. На карай. Тут уже завели. И на по жопе. Так, быстро пинаем. Тут решили спасти и получают за это по жопе. Так, возможно, у этой часы, возможно, не исключено. Молодец, палетку кинула. Это невероятно, почему он не успевает ударить? Эйх. Чё тут, блядь, происходит? Ах, вы сумасшедшие! Сейчас, блядь, доктор вас вылечит. О-о-о! Вот так вот, получила по жопе. О боже. Так, потно, ничего не скажу. Мне кажется, здесь заводится. Мне это даже не кажется. Как, блядь, у вас палеток много? Ребят, самим-то не стыдно? Бля, ну вообще. Блядь, орехи, ты саты какие? Какой умный. На нахуй. Так. Вешаем эту за жопу.
Погнали. Так, навык отличный у нас есть, перегрузка. Это тоже. Все. Куда побежала, бля? Ах ты говно. Ну вся искрутилась, бля. Почему я не успеваю, господи? Что здесь за тайминг? Угу. Это явно хит. Так, она хочет дозавести. Там у ней уже помощники есть. Так, сейчас все с ума сойдем, бля. Чё, хочешь помочь? Давай я тебе помогу. Так, вешаем. Тут как раз замечательный крючочек. Виси. Так. Кто-то здесь бежал. Ну да, я и подозревал, что это... Клад это в шапке, бля. Бля, ну конечно с часами. Да, бля, естественно. Угу, да спасалась. Немножечко подозвели ее. И сюда тебя. Так, здесь полнейший откат. Не надо. Рано. Там и там. По любасу. Боже мой, она упала. Она истекла. Нет, какого. Глубокая рана была. Так, ну и самое главное, что мне нужно было сделать. Я взял задание на доктора именно такое. Точнее, мне это ежедневный ритуал предложил. Поэтому я сегодня гоняю мистером доктором. Довольно-таки неплохо. Нужно было замементить, мы замементили. Так, сумасшедшие мои. Так, здесь это откатывать надо. Угу. Совсем сумасшедшие. Пожалуйста. Ага. Так, была их. Была их. Ладно. Сходить с ума так всем вместе. Палетка. Спасибо. Жалко, что всего 3 токена вот на навыке. Били-били одержимость. И вот в конце концов ее вообще убили. Ну. Так, на, мне кажется, это очень насыщенная такая активная катка. Так, они, ребята, не глупые, они будут отходить на другие геники, как я понимаю. А, может быть, вот здесь.
Здравствуйте. Ребята не глупые, они должны отходить. На что-то другое. Вот, уже сели опять заводит. Сейчас отгоним опять. Так, делаем вот эдак. Ну она вообще просто наглая мартышка просто, а не Клодетта. Нашлась. Нашлась. Ковидатор. Нормально себя люди называют. Блин. Только намахиваешься, как тебе уже самому прилетает. И такое ощущение, как будто они... Маньячут маньяка просто, реально. И да, палетку ты не бросила. Ну и не смогла бы, в общем-то. Жалко, мементо я взял зелененькое. Вот, костяное, вроде как он называется. Поэтому... Блять, завели. Поэтому убили мы собственными руками только одного выжившего. Ну. Так, и... Просто надо было проверить. Есть кто поблизости, либо нет. Так, сейчас пойду спасать, мы им... Да не по эпи. Так, побежала Элоди. И все. И, собственно, она прибежала. Потно с ними? Потно? Реально, я ж... Я вначале вообще растерялся. Я не ожидал такого... наплыва. Да реально, люди тут... мансили. Так, ну тут сняли эту. Блять, она своим орешком просто меня заебала. Она меня просто выебала. Так, ну вот Квидатор. Вот Элоди меня, она особо и не трогала, вот так она. Она такая, ну да, немножечко поиграю. А эти, блять, ну просто щелки. Так, поблизости нету. Либо в шкафу. Либо дочинить хочет. Мало ли. Нет, откат. Ну, можно. Либо она. Я думал, люк ищет. О, нашли мы люк. Нашли. Но Ковидатор висит. Он тебе не хочет отдавать. Люк, видишь, какое дело. Не, ну... Ну ладно, все. Я поднял. Хотя можно было и отпустить. А, ладно, они и так меня... Они меня прям довели сейчас. В начале. Ой-ой. Да, вот такой вот доктор. Если честно, вообще не хотел за него играть. Это вот сама судьба, вот она определила воздаяние смерти, убить своими руками. Да, спасибо. Не, ребята, просто молодцы. Так, ну и, собственно, бегали, думаю. Ай, чуть-чуть, блин, не хватило. Слишком много ран вылечили. Ну и что? Игра такая. Если их сразу убью, тоже как бы... Как бы тоже не дадут две капли. Ну и заодно... Вон. Сотворили казнь доктором.
Для этого взял мементо костяное. Это усмирение и дисциплина. Это вот класс ТИ. Зелененькие навыки. Чтобы видеть вот этих ауры иллюзорных докторов. И, собственно, красное свечение, чтобы у выживших было сзади. Чтобы они там потихоньку с ума сходили. Танатофобия, чтобы не так сильно заводили. Как, потому что у меня не погибели, ничего нет. Зверская сила, пинаем геники, стены ломаем, доски и перегрузка. Геник отпинали, тяжелая проверка реакции у выжившего. Не проходит, 5% минус. Прикольный навык, считаю. Ну, оставьте лучший напоследок. Одержимость все-таки мы сейчас били-били. Не реализовали его, но... Я считаю, это очень... Оставьте лучше напоследок, это очень сильный-сильный такой навык. Борьбу с собой частенько надо. Что ж, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Shadow, комментируйте. Всем удачи, всем пока.